Бывший майор милиции расстанется с крупной суммой денег. Приморский суд обязал Алексея Дымовского выплатить 100 тысяч рублей его оскорбленным коллегам. Кроме того, бывший милиционер должен перед ними извиниться. Суд решил, что в своем видеообращении, размещенном в интернете, бывший милиционер опорочил честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, Приморский суд в очередной раз попытался обелить российских милиционеров. И у каждого, я думаю,